Страха? Страха нет. Но все вот здесь. Я что, бабай, что ли, чтобы запугивать оппонента? Мне вообще это ни к чему запугать оппонента. Они все делают это сами. Страх, наверное, у всех людей есть, абсолютно у всех. Есть, ну, если ты больной человек, то страха не будет. Боятся оба человека, которые выходят. То есть это нормально, это подсознание организма, которое хочет сохраниться. Для тебя самый страшный соперник? Это я. It's me. Самый страшный соперник – это я. В следующем году я уже в боксе буду там 20 лет почти. Да, 20. My first training is sparring. Start sparring. I have punched my face. I say trainer, coach, it's not good. Yeah, it's good. Maybe you go tomorrow training. Yeah, I go tomorrow training. I think you know go tomorrow training. Why? I think. No. I'm go. Это самый страшный наркотик, от него нельзя вылечить. В ринг выхожу освобожденный, свободный. Это как закрыть птицу в маленькой клетке и держать ее какое-то время, а потом выехать в какое-то большое поле и открыть ей клетку и посмотрите, как она полетит, как она будет махать своими великолепными крылышками и взмывать к небу, и будет вот так крутиться, кайфовать. Вот что-то такое происходит со мной, когда я выхожу в ринг.